Побежали к мосту. Ко второму большому. ДДшки, бегите рядом с фантомкой. А я за меня фантомка в первые тысячи километров. Ой-ой-ой, меня убивать начали. Тут эти. Тут... Никит, вернись, ассист возьми с меня. Виктор, ты это самое, убеги назад в зону. Мы возле моста сейчас стоим. Если сможешь пробежать, пробеги к нам. Если не, от... О, молодец. Там тракторы нашли где-то там. Я никак не мог с тебя сесть взять. Ага, он засветился. Так, впереди кто-то. Как черт. А, это наши. Этих не трогаем. Эта сука взялась, блядь. Все знают откуда, слава богу, у меня все три целеста были. Сиська там впереди, елки-палки. Откуда тебе три целеста? Уметь надо. Будем полететь? Будем. Да, будем. Может, Леша, может добежим в город сюда и почистим как раз все. Будем, летим все сверху. Короче, так что, проще ПР, куда летим? И... Ахомен, возьми оружие. Откуда у тебя три целки? ПР. Собрались все ПР, на ПР? Поздно, ПР ушел. Я Трумак, у меня три целеста. Лудиосбор. А, это в принципе у всех магов три целеста, или только у тебя три целеста? Нет, не у всех. У тех, кто сел третий целест от дуал класса. Ну не от дуал класса, а от этих. От расовых. Проверьте оружие, ребята, в руках. Бешеное ускорение, самоочищение от и манус. Да, от Камаэля, что ли? Зачем тебе это? Через Камаэля. Я маску купила. А, тут волки. Владику? Мне? Я. Кому? Ну, вон волчара стоит. Куда мы летим-то еще раз? Глудио? Ребята, так, короче, через Камаэля в Глудио, быстро. Как в Глудио, блин, находитесь, плюсуйте. Так, фантомка прыгает в Глудио, я пока что... Ведь ты умирал в боевой зоне? Сбор у ворот. У ворот стоит в сторону замка. Я говорю, через Камаэли быстренько. Я опять влилась хорошо. Бля, фантомка, выкинь микрофон нахер, пожалуйста. Я, в принципе, сейчас процент не сильно. Я хочу 99 авнут, я уже заебалась уже эти проценты или качать. Поставьте на него, чтобы вы его не слышали. Мут. Так, а Глудио наверху ворота? Да, который ближе всего, да. Сделайте еще тогда. Ребята, ну, все вот возле ворот Глудио, в сторону замка. Подтягиваются. Игорь, что, страшно, что ли? Нет. Кто не знает, где это, по карте смотрит. Да я откуда знаю, вам если, по-моему, не напишешь, что может еще убежать. А он в ВТ у нас слышит? Знаю, он в ВТ, но говорит, никого не слышит. КСВ постоянно варт дает. А, в этом, на канале, может, где-то. Меня опять флаг поставил. Я же от ребенка. О, ну правильно. Я разобью тогда ямаху. Блин, вот эту кошку отсюда. Нормально, если не допустим. Смотри, ты есть свинка. Ты тут тоже есть свинка. Так, все. Ну, иди сюда, мое солнышко. Ага, и вырос, лопотряться, мы будем жить бомжом на ночь. Даже все на месте. Будет, потому что мозга не будет. Все. На мосту останавливаешь? На мосту останавливаешь? Дружка, я его зону заходим сразу.
Ты на крыше, Лёх, на крыше. Лёх, лагаешь сейчас, нет? Мы тебе что-то в пятницу запрещали? Ничего. Он вообще, вообще ничего не делал. Вообще отказывается с тобой вообще. Стоп, 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 стоп. Значит, пропал. Лёша. Да что ты сейчас не слышишь, Лёша? Я не слышу, Лёх. Что вы запретили тебе делать? Как ты мне сказал? Чуть-чуть не слышу. О, Лёха, слышу. Ты хорошо занимаешься, получаешь 11 дивидендов, но 12 вкладов. Если 10 дивидендов получаешь, у тебя попадает 100 гривен. Говорят, что ты волки. Откладывают на мокрую, на приставку. Не хочет? Не хочет? Сколько за прошлую неделю оценок было? Меня называют, папа. Вот кто-то ищет, вы не переживайте. Лёша, волки стоят на воротах. Нифига ещё. Добрый вар, помощь. Нет, просто хочется, чтобы он нормальным человеком был. Владик, Владик. Короче, варов торжил. Ворота. Классно, супер, не делай всё. А что там творится в замке? Значит, там ждут. Даже хочу, чтобы меня закатил. С пирогами. С пирогами такие бабульки в кокосе, в кокошниках. Пойдешь бабусе, всего проверяешь в носик, через 5 минут я тебя тренироваться. Баянистка, давайте баянистка. Я его сам узнаю. Вы ее продебафаны. А вон, вон этот. Мне ничего не упало. Плати мне за каждую пятерку 100 рублей. Ну так аккуратно прошло. Внутри. Здесь вообще просто вот и дома. Никого. Не зачем. А где Раша? PlayStation 3 хочу взять. И говорю, собери. Ходи до хата. Интересно. Давайте посмотрим, сколько. А вон я вижу одну. Это западло какое-то. 450. А я в Армон. Собираем все, что не Раша. Где мы сейчас собираемся? В Лутях, да? Ты уже посмотришь? Да, да, мы уже Раша. Стоп, отойдем. Тут коня Раша съест. Да, и наш пати обогатится тогда. Домой пацанов не впускайте. Даже хотите просил этих целых не трогать. Варк, это... Собственно, нам попасть не могут. Ну не стой рядом с ним. Так это свои льют. Ну пирогов-то нету. А куда ты побежал? Наш пак стоит вообще на воротах. А можно на балкончик? Наш пак стоит на воротах. Куда ли выйти из замка? Там, по-моему, только одна стояла. Ладно, падаем. Мы фантомку ждали. Я вот подбежал, тут царю Виктория, Алексинта, Архомен. Вон, на мостик выходим. Тут тренируется на этих. Стрелы нету. На стражника. Где наш Хануман? Ладно, пошлите. Пошлите к нашим. Давайте чебурашку дам. Меня ждите. Давай к Рамусу подтягиваемся. Кто вылетел? Паша вылетел. Ребят, в боевую пока не заходим. Я за, короче, сейчас ждем волка, сейчас они да? Пойдут. Коля так не отошел. Да еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Здорово было. В другую сторону, может быть, отойти. Сейчас. Это на Дионе мясо. Подожди, не торопись, я ж тебя не подлечил еще. Короче, мы пучечное мясо. Тишина была, я сначала отбиваем самолет волков. Потом даже. Тут ты из замка налево. Мультик или мультик? Мультик. Никита, как зайдешь, скажешь. Волки могут придут же. Аватар, легенда о горе. Второй сезон. А, мы смотрели, да. Зря же они там собирались. Поворот. Мы куда-то под бугор вошли. Блин, у тебя надо, короче, ты у нас как новости, аниме всякие. А дальше отходим от волков. Ой, от Раши, чтобы не мешать. Мы зайдем сзаду. Его, наверное, нет. Нормальный герой всегда идут по аниме онлайн? А, вот, пеши.
по-моему, третий. Добрый, не зашел. Угу, по вентиляции идут герои. Маша, я за тобой привязался и на окно побежал к Хейну. Антон, можешь пройти в хайбе посмотреть, что там живет дотворить? Не могу. Надо будет хилить или какая-то движуха будет. Хайд короткий. Получается, на мыши охраняют наш замок, да? Ну, давай мышкам баф дам, пока все. Точно, амулеты обновили. Кончились. Я вот не понимаю, что стоим-то. А. Эликсиры тоже там проверьте всех. Рома, ты слышишь, Леш? Нет, не слышу. Ну кинь фантом туда в канал и все. У меня раз в боевой зоне КРП репутация, точнее, капает. Все в один канал?